А вот на региональных автодорогах еще один участок одет в новый асфальт. На днях завершен ремонт на 15-километровом отрезке трассы Коныша-Вельск. Участок в Вельском районе – один из двух, что обновляются в рамках нацпроекта. На втором отрезке работы идут круглосуточно. В будущем новое покрытие будет уложено вплоть до деревни Норинская, той самой, где в ссылке был поэт Иосиф Бродский. У туристов это уже давно популярное направление, но больше всего ремонта ждут местные жители. Вельский район у нас активно участвует в нацпроекте с самого первого года его реализации. В следующем году мы планируем сделать проблемный участок по дороге Долматово-Нянда-Макарго-Пальпудаш. Это именно само село Долматово до 11 километра. Что касается трассы Коныша-Вельск, ремонт 114 километров дороги завершится к осени 2024 года.